Меня зовут Каравай Ферослав, я капитан команды ММЗ «Авангард». А мы на этом турнире участвуем впервые. Сегодня мы выиграли 8-0. Сегодня, к сожалению, не удалось мне принять участие, так как получил травму. Надеюсь, в дальнейших играх принять участие. А в чем сильные стороны вашей команды, в чем сильные стороны вашего соперника сегодняшнего? Сильные стороны соперника не могу выделить, так как мы сегодня переиграли их полностью, не дали им даже показать себя. Что касается нашей команды, сегодня просто именно слаженно сыграли, свое забили. И, ну, в принципе, молодцы, то есть я доволен своей командой. А скажите, какое-нибудь пожелание, напутствие для себя в этом турнире и для команд соперников? Для себя первое – это отправиться от травмы. Вот. Второе – помочь команде занять призовое место. Ну и всей команде, как бы, задача, чтобы они получили удовольствие и заняли, ну, в тройке минимум, чтобы по итогу мы заняли.